Зубной техник. Многие их путают с зубными врачами и стоматологами. Однако это отдельное направление, где каждый специалист на вес золота. Техник, именно он делает различные виды зубных протезов и ортодонтических аппаратов. И только потом пациентам их устанавливают врачи-стоматологи. Квалификация зубной техник по специальности стоматология ортопедическая сегодня можно овладеть в Анапском индустриальном техникуме. Я вообще не знал о существовании этой профессии. Потом познакомился с зубным техником, увидел, что это такое, ну, и загорелся как бы желанием попробовать. И думал переезжать в Краснодар, но дождался, как в нашем техникуме открыли, я поступил сюда. Увидел на плакате, что есть, открылась стоматология ортопедическая, что здесь новое оборудование, все новое, хорошие преподаватели. Вот, нас это заинтересовало, и я решил попробовать. Цифровой зуботехнической лаборатории системы CAD-CAM Анапского индустриального техникума современной технологии. Для обучения быстрому и точному диагностированию. От цифровых снимков и дизайна до производства комплектных реставраций, хирургических шаблонов и оборудования для протезирования, имплантологии и ортодонтии. Сканер 3D пятиосный фирмы Dentsply Sirona. Соответственно, дальше это фрезерный станок и печь для синтеризации циркония. Раньше это было еще года 3-4 назад будущее, сегодня это уже настоящее. Все, что соответствует современным требованиям образовательным, именно по специальности зубной техник, то они все это получили. Форма обучения у зубных техников на базе среднего и полного общего образования от 3 до 4 лет. Самому техникуму уже 29. Осваивая новое, тут чтут традиции. На 80 специальностях учатся около 1500 студентов. У нас составлен график посещения школ нашими агитбригадами, нашими студентами. Мы охватываем весь полностью район. Вот, помимо размещения в средствах массовой информации, мы еще уезжаем сами и делаем дни открытых дверей. У нас часто проходят как раз выпускников 9 классов, которые планируются в этом году выпустить школы, они к нам их привозят. И мы прям непосредственно делаем мастер-классы, показываем каждую специальность, каждую профессию. Филиалы техникума открыты в Абинске, Темрюке, Славянске на Кубани, поселке Мостовском, станице Полтавской. Адрес в Анапе, улица Промышленная, 2А. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.